четверки во время ее и продолжают работать сейчас, даже не пытаются думать о том, что все было зря. Они ведь столько всего для этого сделали. У нас формат был, как бы все было так вот непредсказуемо, понимаете. И дело в том, что приходилось много мелких закусок делать. Буквально на этот бокальчик вот той же зубровки что-то, кусочек сала, там канапе какой-нибудь. И это приходилось делать очень оперативно. Личный шеф-повар президента Лукашенко сейчас впервые сознается. Со своей коллегой по кухне Ольгой, которая единственная имела доступ во все тайные комнаты, где заседали лидеры четырех государств, мысленно разработали свою спецоперацию. Представьте, конечно. Попробуйте себя в роли первого лица. Первой частью этой спецоперации были, конечно, эти самые белорусские деликатесы. Франсуа Олланд как-то сразу запал на драники со сметаной, а Ангела Меркель не могла отвести сначала взгляд, а потом и руки от сала. Но главное было в другом. Ситуация была напряжена, и всем надо было расслабиться. И тут мы вспомнили про наш замечательный заколдованный напиток. Но они не отказались, хотя, в принципе, сопротивлялись. Я же говорю, что господин Порошенко очень не хотел переходить на спиртные напитки, но мы настояли на этом. Знаток своей собственной кухни, он же шеф, он же президент Беларуси.